Сейчас я вам расскажу, как закончится сериал «Игра на выживание». Не просто, как закончится первый сезон, не как закончится второй сезон, а как закончится последний сезон. Потому что финал всего сериала уже известен. Потому что задумка финала всего сериала уже была готова на этапе производства первого сезона. Просто, ясное дело, увидев качество сериала, решили не заканчивать его одним сезоном. Скажу более того, этот сериал будет сниматься, да пока будет высокий на него рейтинг. Хоть бы он не сдулся, как «Ходячие мертвецы», чтобы даже такой классный финал, который уже есть сейчас, не перестал быть актуальным. Изначально сериал должен был заканчиваться так. Помните момент, когда Верник в метро выходит из поезда? Потом, когда убивают девушку? После этого момента девушка должна была встать. Потом из поезда должны были выходить все участники шоу по одному. Потому что все это шоу была постановка для одного участника. И более того, это все снималось на камеру. Не было ни одной смерти. Выходили даже зэки. Ну а как же теперь сейчас? Ведь финал первого сезона был не таким. Наш герой пройдет весь второй сезон, но победителем не станет. Его якобы убьют. Но внимание зрителей сместится на нового главного героя, который и станет победителем второго сезона. И так до последнего сезона. И только в последнем сезоне повыходят все участники всех сезонов. И только тогда наш теперешний главный герой объяснит нам, что, став победителем, ему все рассказали, и он стал участником, а вернее подставным героем следующего сезона. Убедившись, что никто не умирает, он согласился играть свою такую же роль, тем более получив миллион.